Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, невероятное событие, дай-ка я гляну. Цитрон думает, что остановил вашу стратегическую колоду Лорд Вампириат с помощью Стен Ореха. Рады, что ваша зомби с энергетиком может пережить что угодно. Но насчет вот что угодно я сомневаюсь. Он его может элементарно превратить в другого зомби своей способностью. Так что это еще вопрос, что он там сможет пережить. Так, слушай, давай так сделаем. Два сумоиста плюс хил. Так, он берет и защиту. Мне кажется, это глупо было сейчас с его стороны, потому что все равно он у меня уйдет. А он потратил. Так нелепо потратил свою способность. Вот серьезно тебе говорю, очень нелепо. Давай-ка поставлю вот так вот. Угу. Так, этого парня мы, наверное, сюда сейчас перекинем. Я думаю, будет оптималочка, да? Давай-ка его вот сюда. То есть он все равно и урон получит. Ауч, я забыл, что он у меня... Ой-ой-ой. Блин. Такс, ну что же, ну давай. Давай еще одного сумоиста поставим. Ну тут надо его уничтожать однозначно. Этот у меня перейдет сюда, получается, да? Этот перейдет сюда. Мы знаешь, как сделаем тогда? Мы сделаем вот так вот. Давай, поехали. Минус. Бамс. Сейчас сработает защита у него, наверное, да? Нет, не сработало. Так, дикий поваренок. Ну, давай я его сюда поставлю. Угу. Угу. Так, вот это уже интересно. Пум-пум-пум-пум. Что же тут лучше сделать-то? Ну, вот этого однозначно надо убирать отсюда. Единственное, что мне не нравится... Это то, что у него сейчас работает защита. И он его превратит, да? Ну, конечно же, ребят, он его превращает в какого-то ханыгу непонятного. Кто? Водолаз. И все. И сделать я больше ничего не могу, ребят. Потому что все линии у меня забиты. Сейчас посмотрим, кого он будет выставлять. Ага. Не тут-то было, да? Опа. Ну, пока я ничего не буду делать. Зато от этого избавились. Тут моего сумоиста, конечно, уничтожат. Мы уничтожаем орех. Да и настало время, наверное, вот для этого паренька, как думаешь? Давай проверим. Вот он что делает. Ну, я тебе скажу, что это не поможет ему. Этот орех мы уничтожим и... Да, в принципе, все ему, крышка. Ему кранты, друзья. Мы еще добор карт делаем. На, получи. Все. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, а где по этой игре часовые, полуторачасовые видосики? Нету. Так, выиграйте игру с зверским зомби-героем и выиграйте две игры с зомби-героем. То есть мы сразу с тобой еще два задания выполнили. Твою налево. Так, и нанесите 20 единиц урона героям зубостизилой. О как. Значит, нам нужно выиграть две игры с зомби-героем, да? Ну что, давай попробуем, наверное, бесенком поиграть. А может быть, получится выиграть. А потом перейдем на зубостизилу. Опа-на. Бунгчу и сороковник уже. Ну,
я даже не знаю, ребята. Ну, я попробую, конечно, но... У меня нету выбора. У меня первого хода нет вообще. По-моему, я здесь сфейлился. У меня ни первого нету хода, ни второго, блин. И только лишь третий. Но опять же, он зачем это сделал? Он что-то будет прокачивать, да? Ну какого леша вот эти вот охламоны-то лезут здесь? Нафиг они мне нужны? Блин, у меня хильнуться нечем. Ну давай так сделаем. Не знаю, мне кажется, сейчас как-то уничтожит нас. А, он может... Блин. Ну ладно, допустим. Он добирает легендарные карты, да? А что тут можно сделать? Я не знаю, тут либо так ставить, либо... Слушай, у него, наверное, будет 1-1 по земле урон. Скорее всего. Как думаешь, могилоед у него есть? Ага, вот так вот он делает. И вот так. А дальше-то что будем делать? Заморозку? Угу. Ё-моё. Выкопал все-таки где-то, да? Хорошо. Так, что же дальше-то будем делать, а? Что, друзья мои, будем делать дальше? Угу, вот так вот. И вот так. Хорошо, давай смотреть. Подожди, он же должен надуплиться, насколько я помню. Пипец. Так, друзья, ну тут уже все, походу, дело нам. Нам ничего не сделать, наверное. Хотя... Ну, давай попробуем так. И вот так. Да нет, тут... Тут не вариант. Он сейчас сюда поставит любого. Любого, и все, ребята, и нам... Ну, можно и так, в принципе, сделать. О, даже как. У него бонусная атака была. Ну все, ребята, здесь уже даже ставить ничего не буду, потому что это бесполезно. Ну что это такое? Ну ё-моё. Надавали карт каких-то, блин. Вначале вообще, ребят, три хода. Просто три хода в трубу. Так, теперь против бабаха, еще не легче. Что-то, это, по-моему, ребят, не моя колода, если честно. Это вообще какой-то бред. Перемещение вот это вот. Нафига оно мне нужно-то? Бабах тоже неизвестно на чем играет там. Да что такое-то опять... Опять горло, блин. Ну давай, правда, здесь пропустим.
Но он, наверное, минус сейчас будет ставить. А, нет, у него есть фруктовый микс. Погнали. Фруктовый микс. Неужели на ягодах? Да ну, быть не может такого. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Заодно и проверим на могилоеда. Ага. Ну, до свидания, песик. Так, песика подбили. Давай тогда сделаем так и вот так. Ну, это кенгуру вообще не в тему. Это кенгуру вообще не в тему, ребят. Ну, что-то там. Наносит 3 единицы урона. Пока используют свои, ребята, эти суперудары. Давай, наверное, сделаем... Давай вот так вот проверю. Вот так вот. Так. Ну, этого мы замораживаем. Это однозначно, тут даже говорить не о чем. Поехали. Остается у него 5 хп. Так, теперь сделаем вот таким вот образом. Угу. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Так, ну что, замораживаем тут розу. Так, этого ханыгу уничтожаем. Но мы можем сделать немножко по-другому. Можем сделать вот так вот. А там посмотрим. Так, уничтожает. Ну, ну, он сам напросился. Он сам напросился. Да ёпрасоты, блин. Ну что, у него мина? Бомба-горячка или как там? Мина-горячка. Угу. Давай посмотрим. Угу, жаба. Угу. Так, что мы сделать можем? Что мы можем сделать? Мы можем сделать следующее. Поехали. Так. Нормально. А там посмотрим уже. Уничтожает надгробие.
Что там? Сейчас посмотрим. Маг, наверное, будет. Блин, там не маг. Там нормальный чувачок сидел у нас. Погнали. Угу. Ну что у него там, пузырь, горячка или что-то, что там у него сейчас, я не знаю. Опять цветочки? Хорошо. О, еще даже лучше. И еще, ребятушки, даже лучше. Давай, 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 давай. Молодец. Ну-ка, что нам тут выпадет? Отличные карты. Поехали. Сейчас мы эту жабенку-то уничтожим. На-ка. Сдулась старая корга. Так, давай еще разок сделаем. Ну уничтожишь ты этого, и что это тебе даст? Ой, насмешил ежа лопатой. Ну все, до свидания, короче. До свидания, что было, то было. До свидания, тари-та-та-там. Вот так вот. Ладно, молодец, молодец, бесенок. Отыграл честь зомби. Так, а вот теперь за зубастизилу. Слушай, я уже давно за нее не играл, но последний раз, когда я играл, это была зубастизила на хилах. На хилах, поэтому давай смотреть. Ой, блин, опять этот вылез, а. Да, 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 он со своими доборами сейчас допекет просто. В последнее время очень-очень, ребята, стало часто выскакивать вот это вот морозотто. Я даже пока ничего делать не буду. Пускай наносит урон. Мне бы 4 этих, я бы сразу бы прокачал бы вот этих двоих. Но тут опять же. Угу, смотрим. Мишень, понял. Я тебя понял, я тебя понял. Так, что сейчас будет стоять? Не знаю. Так, давай мы, наверное, сделаем. Давай, наверное, сделаю пока вот так вот. Прочерк. Жалко, она здесь не осталась, а? Ну что, теперь наше время. Во-первых, эту чувырлу надо сюда, да? Плюс солнце сделать, солнцепек, так скажем. Солнце, солнце, солнцепек, солнцепек, солнцепек. Как тут лучше сделать-то? Ну давай так, наверное, и вот так. Там уже посмотрим. Ага, вот так он решил, да? Добор свой делать. Окей. Так, этого в мясо, этого в мясо. Так, 2 и 2, да? Нормально будет? Я думаю, будет нормально. Просто великолепно.
Сразу за шаманством побежал. Ну, по одной единичке урона получим, ничего страшного. О, доборы. Эта карта, значит, у него, ребят, была. Что он там подкинет? О, даже как. Даже вот так вот. Ага. Так, теперь что мы будем делать? Есть хилищая лужайка. Есть хилищая лужайка. Посмотрим. Угу, вот как. Кровожадность ставит. Ну, ребят, кто же знал, что у него здесь будет кровожадность или еще что-нибудь в этом роде? Допустим. Угу. Так, давай-ка сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал, ребят? Я сделал большую огромную фигню. Да все, проиграл. Даже если мне выпадет сейчас хилка, я ничего не смогу сделать. Почему я не посмотрел? Где вот эта карта была раньше-то, ё-моё? Да, зубостезила, тут нас с тобой вообще в мясо. Сколько я урона нанес? 8 единиц? Да, 8 единиц всего лишь. Это не та, ребят, колода, блин. Да вроде как та, блин. Так, третья или шестая, я не помню. Вот это вот, вот эта вот колода должна быть, ребят, шестая. Ну, более-менее, хотя бы. Хотя разгром. Ладно, посмотрим. Угу, вон он что делает. Значит, огурец нам не получится пока выбросить. Надеюсь, валуна у него нету. Валуна у него нету, отлично. Так, что он там дальше придумает? Но он может его прокачивать, понятное дело. Он же там хавку, по-моему, достает. Ага, вот как он делает. Будем знать.
Так, это мы, нам надо будет подождать. А если я поставлю два... Ага, вот так вот ты, значит, делаешь. Блин, я даже поставить ничего не могу. Он же может его усилить, да? А, это ему не поможет. Это ему не помогло. Так, отлично, вот эта штука. Сейчас будем смотреть, кого он поставит. Угу. Вот кого он влепил. Поехали. Это как бы хорошо с одной стороны, но с другой стороны это не очень. Съесть? Нет, не съесть у нас. Доборы. Так, если он сейчас сюда поставит кого-нибудь, это будет хорошо, потому что иначе мы будем бить в блок. И добора карты, естественно, не будет. На Гаргантюаха, короче, этот разгром пошел. Это уже явное дело. Вот что он делает. Поэтому, друзья, мы делаем следующее. Так. И... Блин, если я так сделаю, то фигово будет. Ладно, давай. Так вот. И сделаем... И сделаем вот так вот. А дальше посмотрим, что он там будет химичить. Он может его уничтожить, вот этого парня. А, он побежал за здоровьем. Значит, нету у него, ясно. Блин, ну что это, ну что это? Так, ну что, уничтожаем, конечно же, ребят. Шансов у него нету здесь. Но он пока этого, наверное, не знает. Это ерунда. Сделаем вот так вот. И вот так еще сделаю. Поехали. Бам! Бабах, и до свидания. Да, разгром не успел развернуться. Хотел постараться он, ну, 100% он должен был разыгрываться на Гаргантюа. Ну, я ему не дал такой возможности. Так что, друзья, ежедневочки сегодня прошли. А, моя оценка, так, если по 10-бальной шкале, на четверочку. Были фейлы. А надо играть без фейлов. Ну что, друзья, на этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.